За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью. Агитпоэт с таким названием работал сегодня в Ульяновске. Мастер-классы, врачебные консультации, круглые столы. Не забыли и о детском спорте. О веселых стартах в Ленинском районе в материале Эдуарда Истомина. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский девиз, похоже, доминантов «Фокс-Спартак». Не зря же дошколята бегают эстафету. Энергии юным детсадовцам не занимать. К тому же юные спортсмены знали, что делать на этапах. Сначала надо было обруч очистить, потом вот после кеглями, потом после обруча прибежать. Мне надо было быстрее бежать для того, чтобы победить. Мне приходилось быстро бегать. В забавной моторной эстафете, хоть и просто, но не без подвоха. Тем, кто забывал обруч одеть, напоминали о нем. Приходилось переделывать работу, а это потери секунд или их долей. Временную утрату фиксировали судьи. Через соревнования мы и готовим детей к повседневной жизни. Еще будет много неприятностей у них по жизни. А тут закаляем сталь. Лучше всех с заданием справились дошколята из 58-го детсада. Они сорвали золотой медальный куш. Их усилия поддержали родители. В легкоатлетическом биатлоне они также первые. Серебро и бронза у пап и мам воспитанников 105-го и 128-го детсадов. Живая борьба. Эмоции для меня самое дорогое, как и для детей, наверное. На манеже страсти, но шум не мешает педагогам провести по соседству мастер-классы по рисованию и лепке. Ведь не зря говорят, что спорт заряжает здоровьем, а искусство духовностью. Эдуард Истомин, Денис Миронов, Вести Ульяновск.